Gotta secure the bag. Автоатака! Я использовал гаджеты про автоатаку, чтобы убить Спайка. У меня в другую сторону проатаковалась. Ура! Игра! Пора это дерьмо забрасывать. Thank you.
Каким образом она меня убила? Нормально, что я замахнулся своим мега-молотом нахер. Решил ее продамажить, в итоге, ну... микро-хитбоксик. Здесь я прицеливаюсь за Фрэнка, в итоге у меня просто персонаж решает не попадать. А если я автоатачу, мой персонаж просто, ну, в другую сторону атакует. Ладно, я все понял. В принципе, логика, да. Обстоятельств яйца упадают, можете объяснить? Типа, кто больше задонатил? Ну что я в той калке за Фрэнка пол сервера разнес, мне ни одного яйца не дали. Вопрос, как мне сражаться с другими челами, если в итоге просто приходит какой-то ноунейм и убивает меня? То есть я хочу зафейтиться с Бо, в итоге просто Динамайк приходит и кидает свои тинти. Кстати, если я буду играть за Динамайка, на меня Мортис и Эдгар напрыгнут, ну да. Это так работает, если ты задонатил 1000 рублей, то ты играешь за Динамайка, и Мортис и Эдгар, такие персонажи, спавнятся в километре от тебя. Они крутятся, одиночное столкновение, каждый сам за себя, ну ладно, и что они сироты. Тут этот ущерб скин купил, соболезную. Знал, что он меня убьет, но зато его тоже убил. Я думаю, после... Ой, да ну нахер, я не хочу реально в это дерьмо играть, что это. Я собрал одно яйцо, которое попадается один раз в полгода, в итоге мне дали 2 очка силы. Типа, должен быть благодарен? Не, ну это полная херь, серьезно.